Долгожданное событие для всех ценителей студенческого юмора. В наш город пришла весна, а с ней и новый сезон игр КВН. Море позитива, энергии, веселья и жаркой поддержки любимых команд. Замян по сорту, покажите класс! Весь ВГИ болеет за вас! Не секрет, что КВН – это самая любимая молодежная игра, которая каждый раз собирает полные залы своих поклонников. Мне больше всего нравится актуальный юмор, умение шутить на темы, которые волнуют современность. То есть, как бы, не просто там, ну, такие шутки какие-то наигранные, а вот действительно острые какие-то темы, иногда которые даже могут что-то изменить. Вот. Ну и потом вот эта атмосфера какая-то динамичная, такая веселая, как бы лишний раз посмеяться, я думаю, никому не помешает. Открытие сезона клуба веселых и находчивых, как и ожидалось, прошло очень бодро. В первый вечер игр нового сезона на сцену вышли уже совсем известные и полюбившиеся команды. Дядя Марвел, Папкины тапки, Загранпаспорту, Гугл и юмористический цветник Норма Джин. Некоторые из них уже более 5 лет в КВНе, но каждый выход на сцену волнителен, как первый. Спасают специальные ритуалы и долгие репетиции, признаются юмористы. Вот делаем ритуал, еще вот так вот заряжаем. Да, мы как паук из коррозии металла. Ну, короче, репетируем мы. Много репетируем, да, много репетируем, не спим по ночам, пьем кофе дешевый. Первый юмористический баттл этого года выдался легким и энергичным. В этот вечер было представлено много новых шуток, героев, миниатюр и реприз. Представьте себе расстрел по автографу. Так, сейчас перестреляем. Раз, два. Стойте! Вот эти люди за маленького. Кучнее, отлично, вот. Не можем сказать, что мы в дальнейшем покажем, но пока у нас такой легкий женский юмор, потому что команда женская чисто. Вот. И, ну, надеемся на победу, конечно. Да, ждем просто позитивных эмоций, чтобы была хорошая атмосфера, чтобы все было хорошо и интересно. Команда КВН «Норма Джин». Женские мозги на службе юмора. А я ничего не сказала. Согласно новой системе проведения турнира, отсеиваться команды будут только начиная с полуфиналов. На четвертьфиналов игроки зарабатывают баллы для финальной игры. Вторая четвертьфинал состоится сегодня, где еще 5 КВНовских сборных подарят море смеха, отличное настроение и позитив. Весна наступила, а с ней и ожила студенческая жизнь. Открытие нового сезона КВН – это только начало. Впереди полуфинал и финал. У всех команд боевой настрой. Пожелаем им удачи и творческого вдохновения. Олеся Швыченко, Олег Буравцев, Денис Орлов, Волгоградское деловое телевидение.